Он по традиции собирает лучших авторов бардовской песни. Откроется фестиваль сегодня, а продолжатся концертные выступления на берегу Черного моря. В течение этих трех дней сочинцы послушают новинки и старые песни Олега Митяева, Галины Хомчик, Леонида Марголина, Родиона Марченко и многих других авторов. Для сочинских и детей, которые приехали на фестиваль из Челябинска, по инициативе фонда Олега Митяева пройдут мастер-классы и репетиционные занятия. В этом замечательном спутнике был Высоцкий, был Гагарин, и мы, а теперь мы. Знаете, ну, конечно, планка понизилась, мы не космонавты и не Высоцкие, но мы продолжаем эту традицию, мы приглашаем людей для того, чтобы они послушали хорошую поэзию. Хорошую поэзию послушали великих людей нашего времени, и вот Михаил Казиник, Дмитрий Быков, они будут читать свои стихи.